Ребята, всем привет! И я хочу рассказать вам о курсе Poker Pro. И давайте я начну с рассказа о себе. Меня зовут Тимур. Мой ник на Poker Ability Hazard. И в целом до прохождения курса я играл в МТТ турниры, и были у меня пару серьезных выигрышей, но в целом больше я играл в минус. Вот. Вообще мне нравится игра в покер, и я действительно хотел и хочу добиться каких-то результатов в этой игре. И недавно, до начала прохождения этого курса, у меня был неплохой выигрыш в МТТ-турнире. И этот выигрыш я решил потратить на обучение и изучение игры в покер. Кэш-игры до этого как-то я не играл. Мне всегда больше нравились МТТ-турниры. В целом, курс был очень интересным, очень полезным. Мне многое чего понравилось. И действительно, очень много полезной информации, которая поможет вам стать более профессиональным игроком в покер. Ну, давайте по порядку. И вообще я расскажу, что было на курсе, да, и как он проходил для меня. В общем, курс состоял из четырех, проходил месяц, и каждую неделю нужно было делать домашние задания. Значит, надо было делать домашнее задание в текущий день и недельное домашнее задание. Вообще для меня домашние задания не были трудными. Все-таки я что-то до этого знал, и в целом я трудолюбивый человек, и поэтому как-то после учебы мне, ну, может быть, и было трудно, но при этом я действительно хотел чего-то изучить, и поэтому мне и не казалось на самом деле, что это трудно. Курс мне помог во многих аспектах моей игры. Мне этот курс больше понадобился с точки зрения каких-то теоретических знаний, потому что, ну, на практике у меня были, ну, были какие-то реально выигрыши серьезные и проигрыши, и что-то в целом я понимал, но в целом, чтобы объяснить, что, почему я именно так делаю, а не по-другому, я не мог. И в этом плане курс мне действительно очень помог, прямо улучшил мои теоретические знания, и прям я по себе вижу, что после прохождения, ну, прямо, что у меня лучше получается. Вот. Давайте я вам покажу результаты. Вот. Тут результаты с 1 по сентября, по 6 октября. Курс начался с 5 сентября и длился по 3 октября. Ну,
в целом третьего октября у меня были, наверное, где-то вот такие результаты. Вот вы можете видеть, где-то я отыграл 14-15 тысяч рук. И это были вообще мои, наверное, ну не первые, но я не очень часто играл в кэш-играх. И я бы сказал, наверное, что это первая моя игра в кэш-играх, серьезная именно. Вот это результаты у меня. Выигрыш составил где-то 6,5 боинов. Играл я на NL5. Банкролл мне позволял играть на этих лимитах. И в целом выигрышем в 6,5 боинов я был доволен. Но, как мы видим, что да, где-то мне, наверное, и не везло. И вот после курса, если вы можете заметить, ну попёрло. И это, наверное, благодарность за труд, который в целом был на курсе. За мою работу на курсе. Я очень доволен курсом. Я доволен, что я прозанимался целый месяц. И прозанимался я плотно. И результаты, можно сказать, прямо дали. То есть изучение этого курса прям дали практически, наверное, мгновенные результаты. Вы можете заметить, что за, ну, может быть, чуть больше месяца у меня в плюс $95, а именно 19 боинов. И я очень доволен курсом. Он очень мне помог, я изучил теоретические аспекты, я познакомился с покерными инструментами и с много вообще чем. Я познакомился с хорошими ребятами, с моими же интересами по покеру. И в целом мне очень понравился курс. Я рекомендую для тех, кто хочет как-то показывать результаты, добиваться каких-то высот по кэш-играм, то я советую пройти этот курс. В общем, ребята, надеюсь, ваша работа на курсе Poker Pro будет плодотворной и вам поможет подняться на лимиты выше. Желаю всем удачи и хочу сказать спасибо кураторам, спасибо всем, кто помогал мне проходить этот курс. И отдельное спасибо Богарт Йорку, Пете, за то, что придумал и создал такой великолепный курс.